Да ты ничего не замечаешь, нет? Не может быть, этот Артём стал снимать вертикально. Да, да, я сам. Так, пикни ещё. Всё. Трансформатора здесь никогда не будет нормального. Почему? Нормально же не нормально. Ну, Маша. Маша, мы должны быть. Улица Куйбышева, филармония. Мне нравится, что он практически без шумки. Ну да. Это прикольно. А еще он плавный очень. Очень. Ты еще на 518-м хотел сегодня? Да, он после полугодового простоя что ли вышел. Я вам сейчас напомню. У него ТР было. Он... Хз, вышел ли он вообще сегодня? Смотри потом по братанцу. Если он вышел, то еба. Улица Попова. Наверное, катался в апреле. И все. Ты долго будешь снимать, как я снимаю? Да я не снимаю, как ты снимаешь. Я снимаю, как я снимаю, как ты снимаешь. А я снимаю, как я снимаю, как я снимаю. Как я еще снимаю, да? Нет. Отбойный пассажир. Тебя. Когда была поездка на тройке, сложился дом. И все. Ты такую легенду вырезал. Остановка. Улица Попова. Действительно, как я мог. Вообще, блин. Я-то думаю, где там этот классный. Следующая остановка. Улица Бухчанинова. Понятно. Информатор и ударение — это две разные вещи. А тут потом озвучивали. Женским. Женским потом озвучивать. Это гениально. Ага, я знаю. Вот информатор, который в основном в Пермском транспорте был до реформы, вот это вот вообще самый четкий информатор. Он здесь тоже в перемешку с этим ботом. Улица Бухчанинова. Надо ее потом полностью проехать там до Сапфирни или... Вот. Ну, потом, короче, налево куда-то, и там какой-то ЖК. Я с вами до конца не был, там что-то... Пермский академический театр, Короче, мы полностью повторяем за московским транспортом. Да. Чем полностью? Практически полностью. В Москве только Волгобасов нет, и все. Почему? ТМ-5 там есть, что ли? ТМ-19. Так мы от них избавляемся. А БКМ-602 там есть? Ничего, мы... Нет, что мы повторяем за московским транспортом в плане обновления. Что у нас автобусы такие же. То есть просто, понимаешь, нам из Москвы приезжают. Пришли некоторые компании. Это лайн на 14-67. Следующая остановка. Ну, да. Улица вот Плеханова. Эти... Вот, сейчас проехал это лайновец. Типа вот РТ Лайн — это только Лиазы, Автомиг — это Мазы и Лотосы. Автомиг, кстати, это Ронтранс-то московская. Да. Что еще? Автовокзал, вот, который обслуживает цель 51-74, это там только не фазы 52-99-77. Бля, а лотосы куда деть? Ну и лотосы. Москве лотосов нет. Остановка. Улица Плеханова. Пермгорэлектротранс муниципальный. Он, получается, Волгобас, у него не фазы, и его сейчас электробусы. Электробасы. Кстати, КамАЗ 62-82. Я говорю, что повторяем за Москвой. Ну, есть такой, почти.
Следующая остановка. Улица Хохлякова. В Питере ведь построили. Блин, у них вообще на болоте. Следующая остановка. Это же северная столица. Ну вот там же. Там-то понятно. У нас в России. У нас еще там не построили. У нас, по сути, экономически невыгодно, потому что метро у нас вообще не окупится. Потому что, чтобы построить пару километров, надо там. И вот я сейчас точно не помню по цифрам, но он очень дорого нам обойдется, несколько километров. Так у нас есть свое метро. Это вот городская электричка, это... Я вам сказал, что лучше развивать трамвай, чем метро. И городскую электричку. Следующая остановка. Станция Пермь 2. Конечная. Сейчас ты первым попавшимся увижу. Я реально сейчас живу в трамвае. Ты заболтались их? А вы его крутили сейчас. Вы теперь знаете, какая одежда примерно у вас много. Если вы его встретите, можете взять автограф. Спасибо. Нет, мы просто некоторые транспорты меняем. Я тоже. Да. Ну, я знаю, целый транспорт города берегу. Да.